Всем привет, дорогие друзья, подписчики и случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. И если вам видео понравится, можете распространять его в соцсетях. В общем, я хочу рассказать о двух самых обалденных способах. Как избавиться от клея и как избавиться от древесной смолы. Все это проверено, как говорится, на своей шкуре. В общем, как избавиться от клея. Раньше была у меня работа, я расклеивал объявления. Бывало так, что капнет клей какой-нибудь, момент, к примеру. Его как можно без труда очистить. Ну, разными способами пробовали. Но самое эффективное, это берете в пакет, помещаете вещь и замораживаете. И после чего потом ее легко можно снять с брюк. Второе. Это... от смолы. От смолы как избавиться? Тоже неоднократно было, что в парке сядешь, к примеру, смотришь, вроде бы лавочка нормальная. Сел, не заметил смолу древесную и все, запачкал брюки. И что делать? Да, делать вот что. Некоторые используют фен, но я проще намного и быстрее. Берем утюг, не прислоняясь того места, где мы запачкались. В общем, сперва верхний слой снимаете, как можно больше. Сняли, в общем, смолы. И достаточно там 20-30 секунд вы прислонили к вещи, ну, где-то, чтобы сантиметр между ними был зазор. И начинает выгорать. Я говорю, 20-30 секунд, и это место просто выгорает, испаряется. И после чего даже не надо и стирать вещь, потому что пятна не остается. Это я вам гарантирую. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал. Не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.